200 тюльпанов высадили вологодские железнодорожники на площади Бабушкина. Эта акция прошла в рамках городского проекта «Посади тюльпан к юбилею Вологды». Напомним, в следующем году областной столице исполняется 870 лет. Сегодня здесь принимают активное участие активисты Совета молодежи региона со всех участков и организации российских железных дорог, которые сегодня здесь представляют. И сегодня здесь присутствующие мы высадили 200 тюльпанов, которые, я думаю, будут цвести и украшать наш город на следующий год. На данный момент заявки на участие в акции подали более 630 организаций, учреждений и вологжан. К посадкам в ближайшее время присоединятся сотрудники предприятия «Вологодское мороженое», «Центробанка», «Рабочая молодежь», студенты Вологодского госуниверситета, ветераны городского центра «Забота», а также ученики школ города. Всего до конца октября планируется посадить более 200 тысяч луковиц тюльпанов. Напомним, присоединиться к акции «Посадить тюльпан к юбилею Вологды» могут все желающие. Приобрести луковицы цветов можно по символической цене 1 рубль за штуку. Все подробности по телефону 72 15 34. Организатором акции является предприятие «Цветы» при поддержке городских властей. Алена Марушкина, Михаил Прыщев, Вологда Портал.